Кристи, Майн Кайф и Терион Симфонии и т.д. и т.п. Сейчас ты слышишь аудиодорожки из моего проекта «Той на парт». Вчера была репетиция, и мы с новым барабанщиком разбирали песню. Вот это новинки, так сказать, ну не совсем новинки. Издание Cybermax Digital Records. Раз. Торнапарт. Хиеваль Торнапарт. Торнапарт. Старый бекон. Вот. Новый проект. Ну, не новый 2016 года. Новый миньон 2019 года. Вот. Потом Перопрест Борнапарт. Cybermax Digital 2016 года. Вот. А сейчас я буду запаковывать товар. Коробок у меня мало. Сейчас в 2020 году уже 90% я отправляю Укрпочтой. Народ какой-то нищий пошел. Укрпочтой мало кто хочет отправлять почему-то. Короче, вот показываю. Это 25 гривен. Продаю, так как у меня уже есть такой в другом издании с буклетиком оригинальный, а это муновское издание по лицензии аренда. Кстати, почему-то его Facebook блокирует. Ладно, не буду долго светить. Это Агата Кристи, украинская лицензия, Майнкамп. Ну, не знаю, мне эти альбомы очень депрессивные какие-то для меня. Вот такое издание, там вот красное. Сейчас я буду запаковывать. Так, между собой. Сейчас мы сделаем вот так вот. Чтобы они побились, не пошкрябались. А этот 50 гривен стоит, да. Коробки большие, конечно, не очень в тему, но а что делать? Вот буду сейчас сюда паковать. Сторонние на записи не слышишь. Еще одна группа шарпетировала. Thank you.
как запаковывать товар. Так можно, да? Прямо на ходу. Творческий подход. Можно, конечно, не самому это запаковывать, но к почте надо самому. Не любит коробки нос от новой почты почему-то. Сейчас за бумагу туда наклеим. Вот я приготовил. Вот кого и кому. Почему на Украине до сих пор не могут уже как на новой почте сделать такую систему с телефоном? Телефон и все. Надо вот это писать. Совок. Совок, как был, так и остался. Вот, вот так вот. Проблематично, когда скотча нету, не скотча этого, коробок маленьких. Главное, что она мало весит. Они же там взвешивают. Вот, получилось. Вот. Сейчас мы это фирменным скотчем намотаем. Сейчас я готовлю на пару. Репетиция вчерашняя. Вот. Сейчас фирменным скотчем замотаю.
теперь можно и куцать ее, и все, что хочешь ей делать. Все. Готово. К отправке, в принципе, посылка готова. Сейчас еще один раз. Слишком, конечно, проблематично в почте отправлять, но ладно. Я рад. Слишком много скотча, по-моему. Слишком много скотча. Расход большой, конечно. Это можно было бы назвать, как не стоит паковать посылки. Ну все. Вот скотчик остался закованный немного его. Вот, посылка готова. Все. Ее можно пуцать, кидать. Она легенькая. О, все. Подписывайся на мой канал. Включай колокольчик. Играет той на парт. Подписывайся на мои каналы. Сейчас появится ссылочка на... А, кстати... Внизу будет ссылка на мою страницу на Facebook с мастер-классы по упаковке. Вот. Все, пока-пока. Как запаковать 49 аудиодисков и одну виниловую пластинку. И отправить, и она, чтобы она доехала. Как запаковать вот такую колонку. Маяковскую, например, да. И другие интересные вещи ты найдешь. Как запаковать одну копейку оригинальным способом антикварно, чтобы она доехала. Все, пока-пока. Подписывайся на каналчик.